Наближається нова сакральна дата для країни-окупанта. Це 9 травня, і генерал Сирський повідомив, що перед російською окупаційною армією поставлено завдання захопити Часів Яр до цього, так би мовити, свята. А по-перше, чи вважаєте ви, що це завдання взагалі під силу окупантам? І по-друге, які ще цілі вони можуть ставити собі до цієї дати? Ну, наверное, все-таки не 9, а 7. Дело в том, что 7 мая, по-моему, 7 мая инаугурация у Путина, и вот этот лаг по времени, лайтовый режим перед инаугурацией ему наши партнеры обеспечивают. Уже за что это, уже их вопросы, как-то договорились, почему мы не получаем небо и припасов. Вот такой лайтовый режим перевыборов Путина, ну, скорее всего, под в такое же действие у Путина перед выборами в Европарламент и потом осенью выборы президента в Соединенных Штатах. По крайней мере, это как, так это видится на данный момент. И у нас вот здесь большая проблема. Этот лайтовый режим непередачи нам достаточного количества вооружений привел уже к тому, что мы оставили Авдеевку. Как минимум, ну, где-то до половины проблемы это было как раз недостаток боеприпасов. И та же самая проблема сейчас в Часовьяре. Если мы даже, если мы оставим Часовьяр, будет принято решение его оставлять, здесь уже можно будет сказать это так, что это стопроцентная проблема как раз недопоставки боеприпасов, и именно боеприпасы будут этой причиной. Но на данный момент, вот сейчас, я бы не сказал, что есть какая-то такая серьезная опасность и на данный момент серьезная опасность для Часовьярского гарнизона. Ребята там воюют теми силами, средствами, которые есть, приданы. Еще раз повторюсь по поводу беспилотников. Там достаточное, даже, я бы так сказал, предостаточное количество беспилотников. Они же друг другу мешать начинают, имея несколько, ну, малое количество сигналов, то есть каналов связи. И удерживают, Часовьяр на данный момент удерживается. То есть если чуть-чуть добавить в ту сторону, добавить хотя бы 1,5-2 раза количество боеприпасов, мы удержим Часовьяр. Потому возможность, конечно, такая у россиян есть, да, выдавить нас Часовьяра, но у нас однозначно есть возможность его удержать. И я думаю, как раз эта задача и стоит. И эту возможностью сейчас пользуются наши военнослужащие. Часовьяр удерживает позиции, и те механизмы, которые россияне применяют, ну, они однозначно недостаточны для выполнения этой боевой задачи. Мы держимся. А от, до речі, росіяни, вони кидають якісь нові підрозділи, чи як їм вдається досягати тактичного успіху? Ну, нет, не то, что новые. Они туда завели линейные части, это в основном профессиональные части десанта. Это десантура, это десантники. Это, значит, профессионалы, ну, по крайней мере, как если можно их назвать профессионалами. Ну, более-менее линейные части. Они, понятно, собранные последнее время из рекрутированных, но тем не менее, их довели уже до более-менее управляемости, это очень важно, то есть прошли определенное боевое слаживание, и вот именно десантура сейчас пытается штурмовать с трех сторон Часовьяр. Но там у нас-то лучше, почему позиция на Часовьяре, это господствующая высота, там у нас есть несколько десятков метров превышения, и вот еще раз повторюсь, если будет достаточное количество боеприпасов, то артиллерия остановит любые наступающие войска, только за счет превышения и количества боеприпасов. Авиационная компонента, да, россияне, конечно, сейчас обнаглели уже, так сказать, максимально даже иногда, самолеты туда залетают, но туда завели сейчас достаточное количество армейской ПВО, то есть ПЗРК уже хватает, и, в принципе, я думаю, отгоним мы эту напасть российскую с воздуха. Ну а КАБы, по поводу КАБов есть, конечно, проблема, туда надо хотя бы пару пусковых установок с дальностями под 100 километров, так называемый блуждающий Патриот, он может быть под разными другими маркировками, ну, так уже говорится, мем такой пошел. То есть прикрыть ПВО и, в принципе, Часовьяр можно удержать. Даже от ударов, вернее, от атак десантуры российской. Росіяни створили нове угруповання військ «Север», попередньо його зона відповідальності – це прикордоння.
Бо раніше вони ці війська, які діють на Білгородському напрямку, називали, що це просто угруповання прикриття державного кордону. Про що свідчить, що вони от створили ціле угруповання, дали йому назву? Они понимают то, что нам для того, чтобы прикрыть Харьков, нам придется отодвигать линию границы в сторону Белгорода. Ну, у нас просто нет другого выхода. Механизма абсолютно нет никакого. Либо подниматься и всем уезжать из Харькова, либо отодвигать границу под Белгород. И они прекрасно понимают, что когда-то это произойдет. Ну, то есть, когда у нас будет достаточное количество боеприпасов, либо когда будут готовы в те национальные формирования российские, скорее всего, это будет выполняться с помощью именно бывших российских граждан, которых у нас достаточное количество в интернациональном батальоне. Мы их видели уже в работе, и, в принципе, несколько этих механизмов уже было задействовано. И вот как раз против вот этого предполагаемого действия россияне пытаются создать там какое-то воинское соединение, хотя, опять же, это создается из пограничников, ФСБшников и не Росгвардии. То есть такая солянка, которая, в принципе, если будет поставлена задача, будет достаточное количество боеприпасов, ее ребята разнесут, то есть отодвинут, прикроют Харьков. Еще раз повторюсь, там единственный механизм — это километров на 50-70 в сторону Белгорода отодвинуть границу, ну не границу имеется в виду, а линию боевого соприкосновения. Согласно определенным мировым международным соглашениям, мы можем это делать для обеспечення безпеки наших городів. Володимир Зеленський знову заявив, що наші партнери бояться поразки так званої Росії, бояться, що Китай буде дуже сильним, і бояться, що вони не зможуть контролювати ядерну зброю, якщо Росія програє у цій війні. А напевно, у такому разі вони не бояться потім особисто воювати з Росією, чи як ви гадаєте? Ну, зря не бояться, допустим, розвалу Росії. Здесь уже не надо бояться, надо вже как принимать это как свершившийся факт. Те процеси, которые запустил Путин, напав на Украину, они приведут однозначно к развалу этой империи. Дело в том, что, ну, это есть определенные законы мироздания, они к этому ведут, и Путин прекрасно понимал, что, допустим, война между Советским Союзом и Афганистаном привела к развалу Советского Союза. Десятилетняя война. 10 лет Россия воюет с Украиной с 2014 года, это уже однозначно придет, уже нет другого механизма к развалу России, потому нашим партнерам вообще в мировой цивилизации уже надо это принять как данность и прорабатывать процессы, прорабатывать механизмы, чтобы не усугубить этот развал. Понятно, вопросы по ядерным определенным механизмам, они могут решиться, в принципе, без проблем. Почему? Потому что в России руководят и охраной, и движением в ядерных боезапасов. Это 12-е ГУМО, так называемое, 12-е Главное управление Министерства обороны. Это те ядерщики, которые разбираются в этом процессе. Если будет принято решение, выделен комиссар Организации Объединенных Наций по контролю над этим образованием, 12-м ГУМО, надо определенное финансирование. И, в принципе, весь 12-й ГУМО, там офицеры, которые понимают ответственность перед мировой цивилизацией, по большому счету, если правильно провести механизмы переговоров, то все ядерное оружие будет под полным контролем уже Организации Объединенных Наций и этого комиссара. Механизмы есть, они работают. По поводу усиления Китая, да не будет никакого усиления Китая. Почему? Потому что те процессы при развале России изнутри, которые начнутся, не дадут возможности китайцам вообще нос засунуть на российскую территорию, вернее, на ту территорию, которая будет разваливаться. Почему? Потому что, ну, там те национальные кластеры, которые будут, только выйдут из-под гнета Российской империи, просидев там несколько сотен лет, они уж точно не пойдут под гнет Китая. Китай будет пытаться, но этого не будет. Все-таки есть механизмы внутреннего, которые сейчас вот про внутреннего самосознания по этим республикам, даже вдоль Китая, которые расположены, может быть, с одной стороны еще и прокитайские некоторые, но тем не менее.
они попытаются ближайшие несколько десятков лет, а то, может, и больше, все-таки пожить сами. То есть люди, которые сотни лет, десятки лет, сотни лет были под гнетом империи, не пойдут однозначно под другую. И здесь надо находить определенные экономические механизмы. Вот я за них как раз и говорю. Сейчас миру надо как раз эти механизмы прорабатывать, потому что есть уже несколько республик, которые признаны даже нашей Радой. Надо признавать правительство этих республик. Якутии, якутское правительство есть в той же Аляске, то есть есть в Монголии те же буряты, есть ингуши, есть ичкерцы, татары, Татарстан — это вообще республика. То есть Российская империя наша развалится на то количество республик. У них 21 республика уже готова с полным внутренним управлением как республик, то есть даже со своими конституциями, некоторые еще и с президентами. Потому этот механизм надо прорабатывать, а не цепляться за прошлое тысячелетие. И можно сказать, нет уже Российской империи, как уже нет Советского Союза. Збройні сили України розтрощили БК і 6 баз окупантів за тиждень. І де підтверджено влучання? Це в Токмаку Запорізької області, там мінус БК і місце базування російських загарбників. Каховський район Херсонщини – пункт базування противника. Маріуполь – пункт базування. Скадовський район – місце базування окупантів. Ну і Луганськ – пункт управління ворожих військ. Пане Романе, чи це хороший результат за тиждень? Ну і ми бачимо, що тут більше успішних відпрацювань саме на півдні України. Чому там? Я би ще сюди додав Бердянськ, хорошо відпрацювали ракетами, і Севастополь 810-ї бригади. Тобто, дуже хороший результат за неділю, роботи за неділю наших дальніх средств пораження. Це і ракетні війська, тобто ракетчики відпрацювали, хаймерси відпрацювали, і авіація. Хорошо отработала, в основном, исходя из дальности, скорее всего, это были ракеты Storm Shadow и по Луганску, и по Бердянску, и по Севастополю. Там действительно большие потери у россиян, и еще есть, сейчас подходит подтверждение работы по Севастополю, по 810-й бригаде. Там есть такая надежда, что были отминусованы слишком большие командиры. То есть вот подтверждение, когда будет уже конкретно, тогда можно будет об этом говорить, но надежда на это есть. Работа наших партизан, по Крыму работа Атеша, по Луганску, по Донецку, по Донбассу работа это наших партизан, которые давно уже там с 2014 года воюют. Ну а целеуказания по Херсону и по Запорожскому направлению, это уже, скорее всего, работа наших разведок, которые выполнили эту задачу. Разведка, доразведка, корректировка, выполнение боевой задачи и дальше подтверждение. Это полный спектр работы нашей разведки. Потому тандемная такая работа разведки и средств поражения вооруженных сил Украины дала за эту неделю очень хороший результат. А чому ми не бачимо подібних уражень, до прикладу, з Харківського напрямку, якщо там також багато концентрується військ окупантів? Дело в том, что, во-первых, по Харьковскому направлению, надо понимать, о чем мы говорим. Есть направление, допустим, тоже Купянск, это Харьковская область, хотя направление Луганское. Иногда просто путают, когда идет информационный поток. То есть это вроде там узкая полоска Харьковской области, слева, левее, если смотреть, восточнее Оскола и до границы с Луганском. Но это все-таки луганское направление от Купянска, допустим, до Кременной. Это луганское направление. Потому там работают, артиллерия, там достаточно, там всего лишь несколько десятков километров до российской границы, там в основном работает артиллерия. И мы видим и беспилотники. Беспилотников там достаточное количество сейчас. Сам знаю, там у меня есть друзья с 92-й бригады, именно как раз летчики. Летчики, в смысле операторы беспилотников, потому сейчас достаточное количество беспилотников, и там, в принципе, не надо работа, допустим, дальних средств поражения. Дальние средства работают на дальностях за 80 километров, то есть до 70, до 80 работают хаймерсы, а за дальностью 80 километров начинают уже работать ракеты крылатые, в основном Storm Shadow, а это уже авиация. Потому, исходя из радиусов работы, а мы как раз и слышим такое или такое поражение. То, что делают ребята на Харьковском направлении, на Купянско-Кременском,
оно попадает в сводки Генштаба постоянно, и мы это видим каждый день, там около, если считать по всему направлению, до тысячи россиян расстаются с жизнью с помощью наших средств поражения, и десятки коробочек, где-то до десятка танков, несколько десятков боевых бронированных машин и иногда несколько десятков стволов, то есть общее количество где-то до сотни коробочек каждые сутки. Вот это как раз работа средств поражения фронтовых. Є тим часом удари по підстанціях. У російському Брянську горіла підстанція. Кажуть про це у ГУР. Повідомляється, що в результаті було знеструмлено кілька військових і промислових об'єктів. Тим часом в РФ про цю атаку взагалі нічого не повідомили. Ну і відомо також про те, що знищили дронами РЛС далекої дії небо У. Про це повідомляють наші джерела у Службі безпеки України. Кажуть, що Росія за допомогою цієї РЛС контролювала небо на 700 кілометрів углиб України. Цей комплекс допомагав російським військам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, якими атакували прикордоння, зокрема, з яких скидали каби на прикордоння України. Пане Романе, як прокоментуєте ось ці відпрацювання? Ну, раз Главное управление разведки доложило об уничтожении трансформатора 110 кВт, который питал как минимум три военных объекта, значит, скорее всего, оно имеет к этому отношение. Ну, раз не говорит, значит, не стоит об этом говорить, но можно догадаться. Вони офіційно повідомили. Что, ну, я имею в виду о самом действии как таковом, то есть, что именно они это сделали. Это просто можно догадаться о том, что именно они это и сделали. Ну, раз они не говорят, они сказали о том, что была выполнена такая задача, но не сказали кем. Неважно, в принципе, здесь, кстати, неважно механизм, то есть либо это группа была, которая сожгла трансформатор, либо это беспилотник, который выполнил боевую задачу, это как раз уже неважно. То есть выполнена боевая задача уничтожения распределительной мощности. 5 баллов, тут без вариантов, вернее, отлично, потому что там с баллами сейчас чуть по-другому. Но отлично выполненная задача. Небо У — это довольно-таки серьезный комплекс, очень дорогой российский, и их очень мало у россиян. Действительно, это дальнего радиолокационного контроля эта машина. Это уже служба безопасности Украины, наша спецслужба, 7 беспилотников нанесли удар по антенне, по системе управления и вывели из строя, то есть эту одну из. Это глаза российские, глаза российской ПВО или системы контроля. Перед этим служба безопасности уничтожила примерно такую же, может быть, на ранг меньше станцию Каста-2Е2. Это тоже серьезная станция радиолокационного контроля с дальностью в 150 километров, но тем не менее она несла довольно-таки серьезную проблему нашей авиации и нашим ракетчикам, которые выполняли эту задачу уничтожения россиян. И ее уничтожение, вот эта работа СБУ тоже на отлично. Молодцы, служба выполнила боевую задачу. Причем вот такого рода действия — это подготовка к появлению авиационных средств поражения, тех же F-16. Это элементы завоевания превосходства в воздухе, которыми занимается в том числе и спецслужба. Тобто таким чином ми зараз і зможемо, по суті, залітати частіше дронами? Не только дронами, дрони, ракети, крилаті ракети, балістичні ракети, ракети ПВО. Это ж они все видели, и одна, и другая станция. И, естественно, самолеты и вертолеты на определенных высотах, там есть некоторые так называемые радиогоризонт, но тем не менее. Потому это, так сказать, закрыли как минимум несколько глазок российской противовоздушной обороны. Україна планує збільшити дальність ракет «Нептун» до 1000 кілометрів і вже у 2024 році вдесятеро збільшити виробництво. Про це заявляє комісія зі стратегії Нацоборони Конгресу США. Про це представники комісії заявили за підсумками зустрічі із Камишиним. А от наскільки це реально, що ми дійсно збільшимо дальність «Нептунів» і наскільки це нам дасть якусь перевагу? Ну, наверное, это уже будет другая ракета, не «Нептун». Почему? Потому что ракета «Нептун» — это ракета, это модификация старой советской ракеты Х-35,
Дальше была модификация Х-35У, то есть со 140 километров 150 ее довели до уровня 280-300 километров. По наземным целям ребята из КБ «Луч» молодцы, отработали глокосамонаведение, дотянули ее до 400 километров, то есть уже оперативной дальности. А вот уже дальше, с большей дальностью, это уже будет другая ракета. Почему это может быть остаться та же система управления и двигатель? В принципе, это возможно. Но сама по себе ракета, центровка ракеты уже будет точно другая. И, естественно, стартовая площадка. Это может быть береговой ракетный комплекс или, допустим, комплекс, который наземного базирования. Может быть, авиационный комплекс. Дело в том, что тот же «Нептун», та же ракета Х-35 авиационного базирования. То есть она, по большому счету, может запускаться с тяжелых бомбардировщиков. У нас под эту категорию могут, в принципе, попасть даже те старые наши Су-24 и Су-27. Они могут поднять, в принципе, по одной ракете, так это точно. Mm-hmm. То есть другая уже ракета, это значит такая серьезная работа, проектная работа, с серьезными капиталовложениями, но однозначно она может быть. Почему? Потому что что значит другая ракета? Другая центровка, другой корпус может быть больше, естественно, с большей боевой частью. Сейчас боевая часть где-то от 140 до 300 килограмм, в зависимости от модификации. А реально нам надо боевая часть около 500 килограмм, то есть это как раз полутонные боевые части для выполнения задач уничтожения уже пробетонированных, защищенных заводов, то есть военных заводов. Для этого как раз и надо и дальность, в том числе та же 1000 километров, а то и дальше. Наша КБ «Луч», просто я там знаком с некоторыми специалистами, давно дружим, там действительно проводятся такие серьезные модификации ракет и площадки, а это не в Украине, то есть они расположили в третьих странах площадки по производству ракет, которые точно будут у нас в этом году, ну, уже в каком количестве это будет зависеть от производства, но то, что это будут новые модификации, так это точно, и дальности где-то около 1000 километров, это небольшая проблема, по большому счету, потом уже эта ракета, новая практически, ее уже можно будет дотянуть до дальности и 2-2500, именно эти нам дальности нужны для того, чтобы доставать до уральских заводов, типа Уралвагонзавода, который танки выпускает. А якщо ви говорите, що ці ракети будуть із більшою бойовою частиною, то чи зможемо ми їх застосувати, наприклад, на Кримський міст? Ну, дело в том, что мы по Крымскому мосту можем отработать и теми «Нептунами», которые есть у нас сейчас. То есть это позволяет. Просто количество ракет недостаточное на данный момент. Для этого 1000 километров не надо. То есть просто увеличивается количество ракет, то есть определенный коэффициент, и выполняется боевая задача, даже это лучше. Но по Керченскому мосту лучше работать, конечно, либо баллистикой, это типа «Гром-2», то есть надо эту тему развивать. Все-таки до 500 километров у нас эта ракета может лететь, и как раз там уже есть полутонная боеголовка. Но здесь важно именно для работы по мосту такой тандемный заряд, какой есть у «Тауруса». То есть вот этот механизм нужен для того, чтобы вскрыть и вывести надолго Керченский мост со строя. Пане Романе, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для нашої розмови. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Роман Цвітан, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Зі мною Борис Тізенгаузен, політехнолог. Борисе, привіт. Рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава. В Москві горів єдиний в Росії завод з виробництва боєприпасів для ЗРК С-300. Принаймні про це повідомляють джерела телеграм-каналу «Астра» на військовому заводі «Авангард». Саме на цьому заводі виробляють ракети для комплексів С-300 і С-400. І пожежа відбувалась першого ступеня складності на площі 50 квадратних метрів. А що це за завод? І очевидно, що випадків диверсії від якихось партизан невідомих, від тих росіян, які хочуть Росію без Путіна, теж не уникнути? Вполне может быть, но просто дело в том, что и оборудование, то есть сейчас же там многие предприятия ВПК работают и днем, и ночью, то есть и оборудование не выдержит, и банальная российская халатность, и там кто-то жахнул лишнего, ну, в общем, все что угодно, импортозамещение, вот это их криворукое изолентой там
из пластилина и палок все делают. Ну, в общем, все может быть. Нет данных о том, что это были беспилотные наши аппараты. То есть вполне возможно, что бабахнуло по естественным, как говорится, криворуким причинам. Не исключено. Ну, хорошо, пусть горят. И, кстати, еще одна интересная новость. Тут недавно мои хорошие знакомые из РДК достали документы по секретной российской ракетной программе, достали, ну, расследование сделали, показали всех этих инженеров, указали кто, что. Ну, в общем, после этого там начались неприятности у многих. А какие? А там вот, например, люди хотели на рыбалку поехать и не поехали. Вдруг инженеры, главные инженеры. Кого-то немножечко пригласили побеседовать, кого-то арестовали. Ну, кто слил? А там же целая куча документов по ВПК, по логистике, по ракетам, там, по Искандерам, по всему. А как вы могли заметить, Ирина, в последнее время целые волны такие происходят странных ситуаций с российскими ракетчиками. То их арестовывают, то там кто-то из окна выйдет, кто еще что-то. В общем, по двум причинам происходит это все. Во-первых, сливают безбожно за деньги разным спецслужбам абсолютно разных стран. Во-вторых, российская хваленая система там, защиты документации и всего остального, но тут тоже есть отдельная история про эту защиту. И в-третьих, не оправдывают ожидания Путина. То есть он же говорил, ему же мультики показывали, что оно летит и вообще ничем не сбивается. А тут вон оно как получилось. И цирконы сбиваются, и кинжалы сбиваются. И все это, значит, Сакса американскими системами ПВО. Представляете, какой удар по имиджу российского оружия? На фоне всего этого запуски с третьего раза «Ангары» или еще чего-то, они как-то уже выглядят не очень. Поэтому вот такая вот ситуация. Но не будем обольщаться. Вот российский ВПК, он настолько огромен, и мы с вами уже говорили, что в России единственное, что научились производить, это оружие. Ну вот, как и в Советском Союзе, собственно, как там шили, что там производили, автопром, большинство краденных просто моделей. Ну, в России, кстати, тоже они же правопреемники вот этих краденных моделей. Но даже сейчас, имея определен такие мощности, имея технологии мировые, которые можно купить, можно повзаимствовать, да зачем людям? Ну, ездят они вот на этом москвиче-убийце, и нормально все будет. Ну так, да, якось так, не авангардненько, зате дуже скрипненько. В принципі, так, як вони люблять. Значить, по Росії пустили поїзди, ні, не броні, а агіт поїзди. Москва пустила по Російській Федерації. Пише наше головне управління розвідки про те, що держава-агресор Росія масштабує агітаційні заходи в регіонах, а все тому, що падає кількість охочих іти на службу в армії. Повідомляє про це наше головне управління розвідки в своєму телеграм-каналі. Пише, що представникам російського режиму в регіонах Кремль спустив вимоги виконувати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України, очевидно. І для агітації залучили російську залізницю. Вагони пасажирських поїздів і електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляють військову службу, російську зброю, а ми, бачите, тут ганьбимо, та техніку. Ось так. От такі агітпропсторі давнини, сагіт поїздами. Що далі? Будуть голубями пускати якісь листівки? Долучайся до лав російської армії із красним платочком. Не, будуть ці, знаєте, фігури із людей, як раніше їхали платформи, і там якісь атлети що-то створювали, якісь піраміди такі. В шортиках коротких. Да, ну, воно ж, розумієте, поки є гроші у Росії, вони є. И там прогноз, что и ВВП им там Международный валютный фонд чуть-чуть по прогнозам повышает. То есть пока они есть, пока Китай покупает еще больше российской нефти, они могут заплатить, они могут просто купить этих солдат себе. То есть с этим
Да, уже гораздо менее охотно, наверное, люди идут, но это же деньги. Они идут просто за деньги, не за идею. Им рассказывают, очень, кстати, грамотно у них пропаганда, рассказывают, что на передовой они не попадут, что это такой рай на самом деле, отсидишься на там, седьмой линии, а потом богатый, счастливый, поедешь домой, выплатишь кредиты и так далее. А их привозят и сразу бросают на передовую. Это, кстати, со слов вот одного из пленных. Он говорил, что реально пропаганда вот эта там работает, там на уровне слухов, на уровне... это просто сафари для легких денег. Поехал туда, жене главное карточку оставить, ну, там у них жены карточки забирают, чтобы они там не пропивали все. И все. А оно не так. Приезжает его сразу раз и туда, на ноль. И жена еще больше счастлива, потому что если официально похороночка зафиксирована, все, денежка есть. Можно нового искать на отправку. Так можно и бизнес неплохой построить. Ага. Да, ну, в общем, к сожалению, пока деньги есть, набирать вот это пушечное мясо они будут. Плюс они сейчас еще развернули иностранные мобилизационные пункты. Вот не так давно было несколько случаев, там и граждане Индии, и граждане там, Пакистана, африканских стран. Они оттуда тянут, поэтому сейчас закрутят гайки мигрантам, скажут, 3 месяца там не послужишь или сколько-то, не будешь здесь, будешь выгнан отсюда из России. Ну, то есть правовой беспредел, деньги, все как положено в коррумпированном государстве огромном. Но вопрос-то в другом, что, может, и мы бы успешно сопротивлялись, но как-то про нас начинают подзабывать. Хотя это не просто неправильно, это вопиющий просто... абсолютно недальновидно. То есть вы монстра растите еще больше, который потом троица, это Россия, Иран и за ними большой брат, придет к вам, и тогда вы уже не открутитесь. Мол, чего же мы Украине тогда не дали все, что нужно было? Она же могла это все остановить. Да, а ці прийдуть навіть 4 альянс авторитарних держав, яка каже 100, тим це вже не візла, а фактично так мало чи не офіційно оформлений конгломерат, це Іран, Росія, КНДР і, да, і Большой Брат Китай, який типу весь такий замір, але продовжує називати війну конфліктом або кризою в найкращому випадку і каже без Росії навіть говорити ніде, ні про що не можна. І в свою чергу рекомендую підписатися на правду на YouTube Бориса, там ви можете знайти і огляд та західних медіа, різноманітних просто з усього світу, на ті теми, які потрібні нам, які стосуються України, які стосуються російсько-української війни, і погляд крізь призму західних медіа завжди дає розуміти і відчути, що думають і суспільства західних країн-союзників, і їхнє керівництво, які там настрій панують, до чого вони призведуть. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, з ним була я, Ірина Узлова. Друзі, коментуйте, підписуйтеся, бережіть себе, вірте в наші Збройні Сили України, не втрачайте бойовий дух, ми однозначно переможемо.